Алиса Казакова родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Искусство полюбила с детства, а после получения художественного образования полностью посвятила себя ему. Родной Нижний Новгород для художницы – одно из ее мест силы, второе – Париж. В Саранске девушка во второй раз. Вы знаете, я очень люблю писать пейзажи с натуры. Я занимаюсь пленэром. И вы знаете, у вас такой потрясающий город. Очень прекрасная атмосфера, жители открытые, глаза светлые, светящиеся. Земля очень сильная, дающая силу. И вы знаете, я себя чувствую потрясающе здесь. Пионы, салют в Париже, все картины утопают в ярких красках и словно пронизаны Францией. Утонченный стиль Алисы Казаковой завораживает с первых мгновений. Ее персональные выставки прошли в Париже, Лондоне, Москве, Черногории. И вот теперь художник привезла свои работы в Саранск. Гостям музея они пришлись по душе. Понравилось очень. Особенно ирисы понравились молодому человеку. Что понравилось, пускай расскажет. А вот такая картина, так как я очень люблю море. Море. А вот дама любит горы. Монблан понравился. Молодец, конечно. Хороший у нее тонкий вкус, хороший цвет. Ну, прям с удовольствием посетили эту выставку. Спасибо. Увидеть картины именитой художницы может любой желающий. Выставка будет работать до 29 августа. Кстати, одну из картин, написанных в Париже, Алиса передала в дар музею Эрзи. Так что эта частичка Франции навсегда останется в Мордовии. Анастасия Целигина, Народные новости.